Здравствуйте, дорогие зрители. Мы сегодня на Ведалайфе, третий день фестиваля, и у нас в гостях Бхакти Амрит Махавир Махарадж. Здравствуйте, Махарадж. Вот вы славянский человек, и вот в такой одежде, вот, и вы, почему вы обратились именно к ведическим знаниям? Ну, понимаете, это поиск сердца, можно сказать, потому что когда появляется потребность поиска духовного пути, то мы начинаем делать некоторые, искать. Я искал в христианстве, искал в других направлениях йоги, но именно как бы обрел именно, когда я встретился со своим Гурудевом, я понял, что именно эта личность может дать мне именно возможность духовно расти. Я понял это, и как бы на следующий день, в этот же день подошел к вечерам и сказал: пожалуйста, я хочу стать вашим учеником. И вот пытаюсь по сей день как бы идти по этому духовному пути. А не противоречит ли вот вообще ведическая культура христианству? И что есть такое вот в вайшнавизме, чего не было в христианстве? Вначале я понял просто как бы глубокую волну сердца от своего Гурудева, но по мере ознакомления с литературой, с концепцией гаудия вайшнавизма, я понял, что есть очень много параллели с христианством, потому что не просто внешнее христианство, а именно то христианство, настоящее христианство, которое живет в сердцах монахов-схимников, кто свою жизнь целиком и полностью посвящает молитве, преданности. Я начал это видеть, но здесь, то, что открыл мне мой Гурудев, Бхактисундар Говинда Махарадж, я увидел, что здесь концепция, она как бы полноразвитая атеизма, что с Богом можно иметь отношение не просто как к нему, как к отцу относиться, как отца и сына, что к Богу можно иметь и дружеские отношения, и отношения нейтральные, и отношения слуги и господина, и много-много других, которые мы можем узнать из священных писаний и слушая наших ачарьев. А вот во многом именно ведическая культура отличается от традиционной, как вегетарианство, там какие-то правила, предписания. Насколько вам было легко это все принять? Ну, то, во что как бы естественно, мы пришлось отказаться, это естественно от вегетарианства, естественно отказался от принятия интоксикаций, потому что я понял, что это никогда не дает удовлетворения. Я искал настоящего, подлинного. И я обрел только благодаря милости Гурудева и этому духовному процессу преображения, полного преображения. Как сказал наш как бы, ну, ачарья Бхакти Сиддхир Госвами Махарадж, да, что духовная жизнь – это полная трансформация. Это я эгоист, я слуга Бога. В жизни современного человека много всевозможных развлечений, удовольствий. Вот зачем современному человеку духовность? Что она может ему дать? Все эти удовольствия и развлечения в материальном, внешнем мире, это как, знаете, как можно сказать, они нам даны для того, чтобы мы разочаровались в конечном итоге в этом. И начали искать настоящее, что никогда нас не покинет. Духовный процесс – именно то, что, понимаете, любовь, верность, преданность высочайшим идеалам, которые приходят по линии как бы, Чайтанья Махапрабху, по милости Шрилы Шридхара Махараджа, Бхактивиданта Свами Прабхупады и других ачарьев, гаудия вайшнавов. Они очень глубоки, они дают полное удовлетворение и приносят радость и счастье, потому что они способствуют полному пробуждение нашей души, что достигается через аскезы, через молитвы, через покаяние в православии. Но многие школы и религиозные течения говорят то, что вот их путь самый избранный, самый эксклюзивный. Как вот не ошибиться, как найти вот свою дорогу к Богу? Нужно слушать свое сердце. Где наше сердце срезонирует, мы должны там черпать как бы вдохновение, отдавать свою энергию и прилагать усилия. Духовная жизнь – это не все будет веселье, это тернистый путь, много будет испытаний, трудностей. Но все испытания и трудности для ищущего Бога, идущего по духовному пути,
они делают нас, закаляют, делают нас настоящими. Часто от современных людей можно услышать, ну, религия — это что-то особенное для каких-то особых людей. Вот у меня много каких-то неправильных привычек, там нету режима дня, там я злюсь, и у меня какие-то материальные желания, и это не для меня. Вот что бы вы сказали таким людям? Людям нужно общество воистину людей, кто пытается всем своим сердцем искренне и бескорыстно служить своему духовному учителю, служить своему духовнику, служить высочайшим идеалом преданности от всего сердца искренне и бескорыстно. Не требуя ничего взамен. То есть ничего не просить, не дай хлеб насущный, не защити, помоги. То есть это мы не должны делать? Понимаете, разве у Господа есть дефицит в чем-либо? Если мы действительно искренне, мы хотим по-настоящему духовной жизни, то неужели нам... Он позаботится о таких душах, предавшихся душах. А для простых людей очень важно общение с теми, кто чист сердцем в своих намерениях и во всем остальном. Вот человек, он понял, что вот та жизнь, в которой он живет, его не удовлетворяет. Он как-то решил меняться. Вот с чего надо начать обыкновенному человеку, который в самом начале своего пути? Ну, самое лучшее, как говорят вайшнавы, Сарасвати Такур и Шивачандра Махарадж, и наши ачарьи, нужно начать со здорового общения. В здоровом общении мы можем увидеть и получить, не просто увидеть, именно реальный путь, поддержку, и можем получить вдохновение. Но мы должны по-настоящему этого хотеть, всем своим сердцем. Это называется пранипат. Есть такой стих замечательный в Бхагавадгите: «Татвитхи пранипатена парипрашнена сева я упадышьянти те гьянина статва даршинага», где говорит, что те, кто разочаровались искать счастье в материальном мире, те, кто понимают, что счастье в материальном мире, радость, удовлетворение найти, они начинают всем своим сердцем искать. Вот для таких людей Гаудия вайшнавизм. А что такое счастье вот, в понимании вайшнавов? Счастье – это соприкоснуться с тем, что начинает пробуждать нашу душу. А нашу душу пробуждает что? Пусть даже капли от капли бхакти, которые проистекают из сердца предавшейся души. Бхакти – это как бы это любовь к Богу. Поэтому эту милость сам Господь Чайтанья раздавал всем и вся. И сейчас как бы само движение вот, Гаудия вайшнавов, оно раздает это всем и вся. И Чайтанья Махапрабху говорил, что это направление, этот вид – это духовного преображения души, пробуждения души, дан для всего человечества на 10 тысяч лет. Поэтому можно в это верить, а можно нет. Но я могу сказать про себе, что это все работает. Ну, а как вы, на чем вы основываетесь, то, что это работает? Ну, на преображении себя. Да. Я не могу думать за других. Я могу сказать, что это преобразило меня изнутри. Я стал другим человеком. Все мои греховные желания, они постепенно все больше и больше уходят. И появляется что? В сердце появляется сострадание. Хочется не просто, а хочется помочь другим людям. Ничего не требуется взамен. Даже благодарности. Я узнал то, что вы долгое время занимались искусством. Мы в этом с вами коллеги. Насколько вот что такое вот искусство и насколько вот интерес и любовь к искусству вам помогли в том, чтобы продвигаться в духовной практике, заинтересоваться этим? Ну, может быть, понимаете, некое тонкое видение, понимание мира. Чтобы в искусстве хорошо разбираться в этом океане, искусство тоже океан, чтобы видеть, понимаете, и понимать искусство, отличить хорошее от плохого, нужно иметь определенное видение. Ну, может быть, это в какой-то степени мне помогло, настоящее, понимаете, понимание,
помощь она не исходит от предавшихся душ, от гуру, вайшнавов, от настоящих подвижников, кто не просто не внешне играет роль в преданности, а кто живет преданностью, кто действительно по-настоящему предан Богу и ничего не требует взамен. Как Господь Чайтанья говорил, тринатапи суничина, тарорапи сахишнуна, гаманина мандена, киртанья садахарих. Что всегда нужно быть, практиковаться в смирении, в терпении, готовы оказать почтение всем и вся, и не требуя его для себя. Именно это является самым надежным фундаментом нашей духовной жизни, молитвенной практики, служения Богу и во всех остальных проявлениях духовной жизни. Ну, мы часто слышим такие рекомендации, что надо также избавиться и от вредных привычек, там, от азартных игр, от всего. Как это избавление должно проходить? То есть это через силу воли или как? Вот у многих есть какие-то именно сложности, пороки порой. Это происходит, понимаете, когда вы соприкасаетесь с более высшим вкусом. Допустим, я ездил на «Москвиче» какое-то время. Может быть, не совсем уместный пример. Я ездил на «Москвиче», но потом мне появилась возможность сесть на Land Cruiser, там, Nissan Patrol. Я понял, что Nissan Patrol немножко лучше, чем «Москвич». У меня появился вкус. Я знаю, что эта машина никогда не подведет. Она может, проходит испытания временем и бездорожьем. Как один человек сказал, для хорошей машины везде не проложен асфальт. Поэтому я руководствуюсь вкусом. Когда мы испытываем более высший вкус, то мы с легкостью расстаемся тем, что более низшими вкусами. Азартные игры, интоксикации и все остальное, когда мы соприкоснемся действительно со святыми личностями, с ачарьями, с гуру, состоящими вайшнавами, то и мы хотя бы на мгновение это почувствуем, то мы скажем, да, это действительно хорошо. И у некоторых, у кого есть запас благочестия, банковский счет души уже, когда есть, открыт, он скажет, да, я этого хочу. Я встречал таких людей в своей жизни, которые буквально оставались до окончания аспирантуры МГУ, оставалось буквально считанные недели и дни, они сказали, нет, я хочу духовную жизнь, и посвящали этому всю свою жизнь без остатка. То есть у кого нет этого духовного счета, каких-то заслуг прошлых жизней, для него эти знания будут закрыты. Нет. От чего зависит, что кто-то воспринимает и идет духовным путем, а кто-то или топчется на месте, или вообще это его не интересует? Ну, это запас благочестия, именно духовного благочестия. Не просто творить добро людям. Творить добро людям хорошо, потому что вайшнав, он лучший друг всех и вся. Он не только творит добро, он раздает свое сердце всем и вся. Понимаете, то есть он сострадание, из милосердия. Он отдает себя полностью. И он лучший друг всех живых существ. Это запас благочестия, именно духовного благочестия, которое банковский счет души накапливался из жизни в жизнь. Но сейчас вот на этом фестивале замечательном, который организовал Бимала Вадхут Махарадж, мы видим, что много искренних душ в Киеве, в Украине приходят именно на этот фестиваль. И многие души лучше, чем мы. Они чистые, светлые, они всем своим сердцем ищут этого. Это происходит естественный отбор. Для кому-то это нравится, кто-то готов этому жизнь посвятить. А кто-то скажет, да, это ерунда. Я лучше пойду выпить 200 грамм армянского коньяку. Сразу весело. Тут надо стараться, от чего-то отказываться. Даже не говоря об этом, даже свою жизнь на секунду не продлить за $1 миллион. Да. Сколько Господь нам дал прожить, столько мы проживем. Но сейчас Господь Чайтанья, Господь Нитьянанда Прабху и все другие вайшнавы, они раздают всем и вся вот эту драгоценность. А Господь Чайтанья Аударья, самая милость воплощения, потому что всем она раздает эту величайшую драгоценность. Алмазы всем раздаются, но не каждый может отличить алмаз и стекла.
Что бы вы пожелали нашим зрителям, среди которых есть много людей, которые вот сейчас в самом начале, и они колеблются? Вот, подходит им это, не подходит? Всем ли подходит вообще духовный путь? Я пожелал бы, что слушать свое сердце, потому что сердце никогда не обманет. Ну, искать, как бы, возможность стать не просто, творить добро хотя бы другим для начала. Как говорил Шрила Шридхар Махарадж, если мы жадны, хотите, научитесь зимой отдавать снег, и вы поймете, что отдавать намного лучше, чем брать. И вы постепенно войдете во вкус настоящего. А если вы соприкоснетесь действительно со святыми личностями, кто свои сердца на алтарь служения Богу приносит, своему духовному учителю, тогда вы обретете счастье и радость, и вам откроются необъятные просторы. Ваш мир в сказку превратится. Спасибо, Махарадж, за очень вдохновенную беседу. Спасибо, дорогие зрители. Я рад именно, что у нас получилось именно вам преподнести такую именно замечательную, вдохновительную беседу.